Я уже почти готова, время 11 часов утра. У меня сейчас будет зум во время выступления. Посижу в зуме немножко, и мы будем уже выдвигаться, наверное, потому что надо приехать немножко пораньше. Вот. Так что все. Ждем следующей локации. Теперь, собственно, мы скажем, почему мы проснулись. Ну ладно, шучу. Почему мы, что мы сегодня, куда собираемся, почему мы записываем влог. И у нас вообще план. Да, в общем, сегодня будет конкурс Siberian Dance Contest. Это конкурс, который добавили в этом году... Номинацию K-pop. Да, и поэтому мы, собственно, и будем там участвовать. Да, решили податься, потому что очень крутой конкурс, очень крутые жюри, которые будут нас судить. Хочется вообще посмотреть, что из этого выйдет. Надеемся, что мы, даже если ничего не получим, мы круто оторвемся, круто выступим и вообще получим кучу... Танцевать мы, кстати, будем TXT, Cat and Dog. Да, очень спасибо, Джой. Да, очень такая крутая песня, веселая. Надеюсь, что мы хорошо справимся. Да, потому что мы вчера до поздней ночи его репетировали, старались все отточить. Хотя сил уже было немного, мы постарались на максимум. Надеемся, что у нас все получится. Угу. Делим. Для нас сквил — это привычный формат конкурсов. А девчонки, ну, Джо и Сага, по крайней мере, обычно в таком не участвовали. Ну, то есть для кей-попа же есть отдельные фестивали, специально для кавердансеров. А это именно конкурс, который только добавили эту номинацию, так что... Да, для нас как раз-таки было ново участвовать в фестивалях кей-попа. Да. Мы вот первый раз поучаствовали, когда, получается, в Кемерово. В Кемерово, когда мы... Я на Идонге первый раз выступала, поэтому... Сегодня, ну, короче, это было классно. Для нас такое открытие. Сегодня для девочек будет что-то новое. Август тоже выступала там своими народными танцами. Но сегодня вот каждый откроет для себя, надеюсь, что-то новое, а мы окунемся в свою привычную эту атмосферу. Вот. Так что встретимся где-нибудь, не знаю, пока. Делаете? Мы снимаем влог. В общем, мы уже приехали. Знаете, такая красивая гирлянда. Вообще здесь очень красиво. Да, мы уже... здесь были 5 лет назад. Ничего не изменилось. Смотри, сколько эти. Мы уже начинаем переживать. Смотрите, сколько сзади наград. Это наше все. Это что, влог во влоге? Да, это влог во влоге. Как он? Я вместе с Банчаном пытаюсь показать его, не могу. С Чанбином. Банчаном. Какой Банчан? Все понятно, Август. Это просто Август волнуется. Да, 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 это волнуется. В общем, мы уже зашли в зал. Я оправдана? Закрывай.
Я кушаю. Да. В общем, до выступления осталось немножко. Я очень волнуюсь. Мы уже почти готовы, нам осталось только порепать и все, пойти на сцену. Кстати, немножко спало напряжение. Интересно, почему? Будем стараться сделать свой максимум. Так что да, ждите. Заполонила весь ДК. Как здесь красиво. А мы сидим на диванчике. Мы отдыхаем. Да. Ждем концерт и награждение. Август потрясающий. Вообще за свиньи. Да, реально. Мы попали в облог. Да, только у меня, кажется, в линзу что-то попало, потому что я не могу проморгаться. Но это не страшно. Самое главное, что мы живы. Молодцы. Молодцы. Переходите на аккаунт HiVision, смотрите, там тоже влог. Да, переходите, ссылочка в описании. Как ни странно. И не пейте кока-колу, это вредно. Да, Август? Она амбассадор. Я амбассадор колы, вообще-то. Этот день подходит к концу, и напоследок хотелось бы сказать, что мы безумно благодарны HiVision и Юле за этот день, а также всем людям, которые поддерживали нас во время нашего выступления, да и вообще просто во время всего конкурса. Поздравляем всех ребят, да, которые заняли первые, вторые, третьи, четвертые, все места. Вы все огромные молодцы, все круто постарались и сделали реально этот день офигенным. Да.
Я думаю, что для всех это был какой-то новый опыт и вообще просто крутой день, который для нас. Да, который, ну, внес в жизнь еще больше красок. Короче, мы запомним этот день надолго. И так как это первый наш влог на канале, тем более, вот. Так что мы надеемся, что вы будете смотреть нас, будете нас поддерживать дальше. Да, а мы... обязательно поставьте лайки. А мы будем дальше вас радовать. Да, и подписывайтесь, чтобы не пропустить еще больше контента. Подписывайтесь на HiVision, потому что у них тоже будет влог. И просто ждите. Ждите нас. Мы вернемся обязательно.